Новые подробности ДТП с участием детектива НАБУ Алексея Довгова. О них на своей странице в Фейсбуке сообщают активисты Автомайдана. Напомню, авария произошла в 5:30 утра в воскресенье на столичном Подоле. По версии активистов, в машине находились пятеро. Все, в том числе и водитель, сотрудник НАБУ, были пьяны. Довгий якобы не справился с управлением. Как зафиксировали видеокамеры ближайшего посольства, джип вылетел на тротуар, снес памятник с довоенным трактором и через 60 метров врезался в микроавтобус. Моментально были сняты номера с авто, причем не полицией. Какой-то непонятный таксист начал прятать в пакет документы из джипа. В 7:00 Алексею Довгому стало плохо, и его отвезли в больницу, сообщают активисты. Все это натолкнуло их на мысль, что госслужащий действительно причастен к ДТП. Хотя накануне его отец всячески пытался отмазать сына от полиции. В НАБУ происшествие не комментируют, говорят, у них недостаточно информации.